Стрельков сейчас будет разводить аут.
Шигапу перед этим. Шигапу пытается вести передачу обратно через Черяков. Черяков. Получилась обрезка. Каратар защищается. Чуть Петров не перехватил мяч. И мяч переходит в команду Каратар. Шигап передает на Ильнара. Ильнар на Петрова. Петров ищет партнеров. Но попадает в игрока простора. Добронов подает. Дает на Петрова. Петров обводит. Удар. Застревает. Передает на Шигапова. Шигапов. Получился наш хорош новый. Журавлев передает на Щерякова. Щеряков обводит. Удар. Отворот. Не видно момент. Так, Ильнар передает на Шигапова. Шигапов уходит. Вышел Котчин и Хузин вместо Иштерякова и Петрова. Сейчас угла. А вот у нас ворот. Ворота. Судья отводит игроков на положенных 5 метрах. При ауте игрок попросил. Так, простор развел аут. Передает дальше. Котчин сыграл в отборе. Выиграл аут. Передает на Максим Забуранову. Попадает в штангу. Точнее, перекладину. Опять. Ротор получил мяч. Эх, Шигапу не получилось. Либо он не пошел, либо мяч. Либо пас Максим плохо дал. Ротару просил взял Альберсовой подачу. Так, Котчин. Котчин отобрал мяч. Бежит, передает на Журавнова. Журавнов на Шигапова. Перекладина. Котчин играет мяч. Шигапов мяч на Тимофеева. А ворота также стоят. Кузин, нормально. Хорошо сыграл Вина. Ротор защищается, попадает мяч Котчин и угловой. Игроки простора, видимо, нервничают сильно. Подача Журавлева получилась, Кузин хотел отыграть мяч назад, не получилось. Мяч пришел в обеих команды простор, но они выбили ваут. Котчин сейчас будет разводить ваут. Я просто завести мяч с того места, где ушел мяч. Так, Котчин передает на Забавнова. Он пытается обвести, но уходит мяч. Вау. Володя! Еще. Котчин дает Журавлеву, Котчин обратно Котчину. Котчин получает передачи. Мяч. Теперь мяч у команды Простора. Простор пытается что-то сделать, но команда пока не получается. Журавлев перехватил мяч, но чуть не забил. Так, Простор атакует. Ленар молодец.
хотел вполне себе. Кузин перехватил мяч. Не успевает. Но все равно наш. Кузин точно дает на Кочина. Кочин сыграл хорошо в отборе. У Петрова теперь мяч. У Тимофеева. Кочина обратно. На Кузин не пришла передача. Просторы ведут. Но наша вратарь опять перехватила. Пока вратарь отбивается. Более успешно. Так. Была смена. О, Петров. Петрова нарушили правила. Желтая карточка. Игроку просторов. Олег, Илья Петров заработал нарушение. Когда отобрал мяч у игрока просторов. Так. Сам же пострадавший будет пробивать штрафную. Будет ли он успешно? Идет выше ворот. Удар от ворот. Точнее, не удар, а просто забить мяч. Игроки просторы дальше атакуют, но Серяков с Кочином пытается отобрать мяч, но пока безуспешно. Пока просторы атакуют, но Кочин сыграл ногу не в мяч. И при этом сейчас будет нарушение в сторону ворот вратара. Вместо Кочина вышел Шигапов. Простор будет сейчас пробивать штрафную. Попадает в стенку мяч. Простор не получается атака. Ищет партнеров, передает на Шигапу. Нежно дал мяч. Ну, о, нарушение! Рабат Серяков. Зубровно берет мяч. На исполнение штрафного. За ворота, за линию, выше ворот. Так, игроки просторы разорвели, передают вперед, дальше. И чуть-чуть не забивает мяч в этот игроков простора. Так, Зубровно берет мяч, проходит вперед, но не получается пройти игрока простора. Так, передает Серякову, Серяков хочет передать мяч, но попадает игрока. Кашета не получил мяч на Шигапова. Так, Петров отбирает мяч, бежит сам, ускоряется. Передача на Шигапова, но игрок простора отбирает мяч и уходит на угловой. А там был угловой. Там был угловой, когда Серяков играет. Я видел касание последний. На подачу. Вот предыдущий эпизод? Нет, когда вот он ходил один-один, вот один, да, попал в вратаря. А сколько рикошет был? Касание было нападающего, я так видел, пока не было. Ну ладно, хорошо. А, вот так прям слышно, задумал. Что такое, что за технарь еще принялся? Петров не сбивает мяч. Использует свой момент.
Трото-этно... Опять плаву. Третий подряд и плаву. Судья поправляет ворот. Ударял, но не получилось. Попал. Внешний сет. Опять забрал мяч, но не получилось передачи. Черков мяч Завровну отбирает, но пока безуспешно. Завровну перехватывает мяч, пытается обвести, но обводка не получилась, но в аут ушел. Шигапов, в очко он не получил. И не попал в створ. Просторы нервные стали. Не мог. Серегов уходит. Гол! 3-0! Камиль Серегов. Вместо Серегова вышел Кузин. Айрат. Номер передал все-таки на Хузина, но полят на Хузине. Опасный штрафной около ворот Простора. Извиняюсь всем, как там Ротар, то что так комментировали. Первый матч. Развели мяч, выходит вперед. Бочин играет головой, выходит мяч в аут. Хузин, точнее, очень неправильно дал пас. Поэтому Хузин стрял. Просторы атакуют. Просто играет в Ротара. Как-то Ротар подсел. Инициативу соперника. Игроки Простора владеют мячом, но игроки Ротара пытаются отобразить мяч. Дальше атакует, пытается Хузин отобрать мяч, но скотч попал мяч скотчем, но нарушение было. Вроде третье нарушение. Очень передает на Шигапова. Шигапов не получилось разыгнуться. И Простор успеет обратить. После стук. Отвечаю еще. Сидят будет игрока на 6 метров положено. Вот тут стоит. Шигапов дает на Путина. Обратно на Шигапова. На Шигапов неверно дает мяч. Или неправильно либо ударил. И передача не точно получилась. Простор разделял на правый фланг. Правый фланг ставится в центр, но на фланг. Но на фланге Илья Петров сыграл. В отборе хорошо. Аут в поле Простора.
Сейчас или аут, команда простор. Ну также недавно дали уже мяч. Помните раз Ротару. Олег Петров будет разводить мяч. Передает Ротару. Она передает на Айрат Хузина. Хузин получает передачу, у него отбирает, и мяч выходит в аут. Олег Петров разводит, передает на Шигапу. Шигап пытается отвести, но неудачно. Петров с Хузиным пытается отобрать, но отобрали. Команда Ротар. Шигап передает на Тимофеева. Но передача Тимофеева не... В плане точно. Петров отбирает мяч, передает на Тимофеева. Тимофеев не может принять мяч. Так, простор. Он простор видит мяч. Да, Лев Петров играет хорошо в отборе. И прерывает передачу. Но Петров... Сериков отбирает мяч. Удар! Перекладина! С выходом. Обороты. Играет. Удар! Гол! Дубль Рамиля Штырякова. Счет становится 4-0. Левую штангу подправьте. Вратарь! Вратарь! Левую штангу! Левую штангу! Простор атакует, но Петров убирает мяч. Шкаф ведет. Попадает. Первый. А судья показал, что не было. Прессингует его плотно, Рамиль Штырков. Даже полностью команда Ротар прессингует полностью сильно. Прессинг дает плоды. Так, Тимофеев передает мяч на Шигапов. Шигапов дает на Петрова. Петров уходит вместе. Фразует мяч, попадает Петрову и нарушение. Четвертое. Даже пять. Будет шестой фол, будет заниматься 10-метровый. Там ударяет, попадает Штырякову, но Штырякову уходит. Не выше ворот. Он просто разводит мяч. И первый тайм заканчивается. Со счетом 4-0 в пользу команды. Команда Ротар разводит мяч. Кочин. Мяч получил Кочин. Кочин хотел передать на Завановку. Мяч попал в гол. Развел на Кочин. Кочин ведет. Но попадает у игрока простора. Опять хотел развести, попадает. Завражнов разводит мяч с аута. Передает на Кочина. Кочин не получается удар. Простор ведет мяч. Штырков ведет мяч.
That's great. It's simple. Петров пытался принять мяч. Игра просто ударит, но не получилось. Очень прессингует. Свои прессинг дает голову, потому что мяч ушел. Мяч для Петрова. Петров пытается передать мяч, чтобы попадать игрок на простора. Он же разводит мяч. Попадает на Кочина, Кочина обратно на Петрова. Петров ведет мяч. Мяч ушел от игроков простора в отборе. Петров разводит. Но это на Щеряков. Щеряков пытается. Это на Кочина, Кочина. Журавнов удар. Ворота. Так, игроки простор разводят. Пока на линии. Команда простор теряет мяч. Приходит вал. Кочин разводит мяч. Передает вратарю. Обратно на Кочина. Кочина Петрова. Петров пытается найти игрок партнера, передать на Кочин. Кочин пытается, его прессингуют. Мяч уходит от Кочина. Простор добился прессинга. Проснитесь, Илья.
Шигав, Шигав идет, Шигав дает на Петрову. Петров скид хотел дать на Тимофея, но Тимофей не побежал. Так, мяч разводит простор. Команда Ротар пассингует. Команда в простор. Ротару все необходимо выйти, чтобы продолжить дальше. Петров отбирает мяч, но дриблинг. Мяч ушел в лицевую.
чуть-чуть да, пропускайте. Черта вон, по сигналу будет еще. Вот тут стоим до касания. Еще шажок сделайте. Стоим. Вот-вот! Все, открыли. Здорово играет хуйню. Он просто ротакует. Они зажали команду Ротар. Пока 4-1. Команда Ротар. Мяч ушел от Чистякова. Отоправил Чистяков. Идет мяч, но упускает. Thank you.
Кузин отбирает мяч, не получается принять его. Отбирает команду простор, простор атакует. Отдайте парню еще один гол. Соловьев пытается пройти оборону, но успешно. Петров получает мяч, на Кузин дает, Кузин на... Дать на Максиму Завронову, но получилось резко. Команда построила покупать пустые ворота. Дарит на Шигабу. Шигабу пытается забить, но не. Да. Накал идет большой. Рядом здесь ходить, парни, пожалуйста. Что? Пожалуйста, близко. Гол! Шестой. И забивает Артем Тимофеев. Момент не видел, но записан. Сто раз вел мяч. Ладно. Шкаф ведет. Забираем Черепова. Мяч тоже с Черепова. Пошел развел. Мяч на Петрова. Шкаф не сбивает. Шкаф будет разводить мяч. Дает на Черепова. Черепов пытается. Гол! Гол сбивает Илья Петров. 7-2. Развел мяч, но Кузин подал. Петров отбирает мяч, но передает сразу на Кузина. Кузин удачно пошел. Кузин прессингует игрока простора. Удачно пошли. Передача. По левому флангу проходит. Ну, Кузин играет хорошо в отборе. Кузин опять отбирает мяч. Отбор хороший, но контроль не получился. Простор атакует. Трович пытается отобрать. Ну, уходит игрока простора. Так, передача. Передача прошла на Шигапу, но Шигап не реализовал в свой момент. Так, Черяков передает на Петрова. Петров обводит, передает на Шигапу. Шигапов теряет мяч.
Просор опять меч, но Петров хотел ударить в касание, но удар не получился. Просор опять атакует. Попадает в штангу. Парни, может, все-таки отойдете уже слегка? Может, мешаете? Съемки. Ударит, но безуспешно. Простор разводит меч от ворот. Дальше идут, идут, идут. Передача. Ну, вратарь играет. Кузин ведет. И нарушение. Шестое! Все.